ее решила аккуратненько перевалить. Думаю, у меня есть таких несколько горшочков. Вот я думаю, вот такой ей будет нормально, чуть-чуть пошире. Ой, дорогуша, что ж тебя такого раздела? А? Да, там поролонка есть, я уже сразу вижу. Сейчас под папу пенопласт положу, все на этом будет. Ну все, там больше поролонки вроде бы как бы нету. Так, аккуратно не распутывая корешки. Корешки все нормальные. Видите? Ничего не буду резать, ничего не буду удалять. Подкладываю пенопласт. Так, пенопласт. Хорошо, и этот горшочек. И этот горшочек нормально, просторно. И сейчас я пересыплю. Так, кокосовое волокно. Надо добавить угля. И вермикулита. Перебрала я, значит, кору. Выбрала еще вот столько вот губки. Принесла уголь. Это я заготавливаю с дачи. Сделаю жару, он очень, скажем так, готов к применению. Его не нужно там стерилизовать, прокаливать. То есть он уже, скажем так, с самого пылу жару. Единственное, его немножко измельчить. И вермикулит. Сейчас я это все смешаю и нашу орхидеюшку. Кора тут орхидейка моя сидит плотно, хорошо, в новом горшочке. Чуть-чуть подмешала ей свежего грунта. Субстракта все, тут у меня уже пусто. Там снова еще удалила пару таких сухих листочков, которые были возле самой, скажем так, внизу мешались. Ну, они не нужны. Мне кажется, они совсем здоровые. Там. Так что я их удалила. Осталась у меня вот такая вот картина. Тут был плохой листик. Ну, он был очень плохой. Конечно же, я ее буду обрабатывать. Профилактика, профилактика. Боже, какие у меня длинные, удлиненные листы. Чем-то похоже на мою вот эту вот орхидейку. Пятнистую пятнашку. Любуюсь, любуюсь. Сочетание цветов просто потрясающее. Посмотрите. И розовый. И белый. Вот отсюда. Отлетел лепесточек. Мне нравится это. Я просто не могу ей налюбоваться. Красотинушка. Вот мы помылись. Сочетание цветов просто божественное. Плюс эти жилки, кстати, тут их больше, а тут их меньше, гляньте, вот такие белых. Интересно, какой оно будет, когда нет, вот оно на нижних цветочках. Какое оно будет, когда она зацветет во второй раз, потому что я знаю, что орхидейки, которые в краб, они меняются. То есть
может быть больше белого, может быть больше бордового.